Университет путей сообщения, кафедры тоннелей метрополитена, механика подземных сооружений. На этом занятии мы продолжим с вами моделирование перегонного тоннеля метрополитена в протерозойских глинах Санкт-Петербурга. Почему мы так сделали? Ну, просто ради интересного актуального примера. Плюс этот урок посвящен тому, что любой легкий саппор – это тоже полезная вещь. И в частности, тому, что программа «Контакт», она классная. Без всякой иронии. Начнем мы с того, что… Вот давайте я возьму из нашего предыдущего занятия и скопирую вот этот файл моей программы. Скопирую, ставлю и переименую. Вот так. Сейчас я его открою и обратите внимание, что у нас получилась та же самая модель, которую мы строили на прошлом занятии. Вот она. Вся ее геометрия. Она нам не нужна сейчас. Это то, что мы подгружали из автокада. Все ее конечные, группы конечных элементов, массив, выемка, обделка, все есть. Все граничные условия. Вот так вот я их отображу. Все статические нагрузки, собственные весы, пригруз, все у нас есть. За исключением одного. У нас здесь нет никаких результатов того расчета, который мы сделали на прошлом занятии. Для того, чтобы они отображались, можно или снова расчет сделать, или копировать вот все вот эти вспомогательные файлы, которые формируются в результате расчета. Вот давайте ради интереса я сейчас без переименования урок 1 скопирую в другую директорию. Сейчас я его открою. И тогда мы увидим, что здесь уже у нас будут, вот, пожалуйста, расчетные файлы, которую мы получили на предыдущем занятии. Если у нас модель весит совсем немножко, если она маленькая, вот как на нашем примере, то для того, чтобы с ней работать, можно копировать только один вот этот файл. Если модель у нас гигантская, включает в себя сотни тысяч и даже миллионы узлов и элементов, тогда, извините, посчитать такую модель само по себе достаточно сложная задача, требует больших компьютерных мощностей. И для последующего анализа, например, на каком-нибудь более простом компьютере, мы должны будем копировать в том числе и все вот эти наши системные файлы, которые формируют процессоры и постпроцессоры Midas'а. Итак, давайте на этом уроке мы с вами попробуем уже ввести в работу нашу обделку. Для того, чтобы это сделать, давайте сейчас ограничение перемещения собственный вес выключу из изображения. Для этого мы должны с вами вот этим конечным элементом назначить другие свойства. Потому что сейчас все конечные элементы обладают свойствами глин, то есть свойствами грунтового массива. Для этого заходим в графу Static Slope Analysis, графа, раздел меню Boundary, граничные условия, вкладка Change Property. Вот она вызывает вот такое вот всплывающее окно. Здесь нам предлагается выделить какие-нибудь объекты, назначить им свойства, мы выбираем свойство бетон, записать это в соответствующий Boundary Set. Давайте мы сделаем... У нас никакого, кроме ограничения перемещения, нет сета. Давайте мы назовем его обделка. Обделка. У нас тут появится. Выделять вот эти элементы поэлементно, это очень тяжело и долго, поэтому можем сделать так. Выключаем из отображения массив и выемку и просто выделяем вот таким образом. Можно выделять по-другому, если я не ошибаюсь. Да, вот здесь, в этой вкладочке есть, например, круговое выделение, оно тоже иногда полезно. Но мне оно сейчас совершенно не нужно. Вот мы выделили 58 элементов, жмем ОК, у нас появляется Boundary Set обделка. Прекрасно, давайте все вернем на круги свои, отобразим вообще все, что у нас есть. Залезем в Stage Set, Edit, и давайте здесь сделаем новый этап, назовем его обделка.
Для того, чтобы возвести обделку, мы должны убрать выемку. Вот я ее беру, ну, drag and drop, нажимаю левую кнопку мыши и тащу. В графу deactivated data. Вот я ее деактивировал. У меня осталась группа элементов обделка. Я присваиваю им свойства обделка. Жму save, close. Соответственно, теперь я могу все это дело прорешать. Вот давайте я нажму solve, и мы это дело решим. Решим, а потом посмотрим, что же мы сделали не так. Нажимать на паузу не буду. Вот мы видим, что он работает достаточно быстро. Но для того, чтобы еще, скажем так, ускорить работу нашего решателя, мы можем залезть в графу Options, выбрать здесь Analysis Results и указать число ядер вашего компьютера или ноутбука. Причем под ядрами здесь подразумеваются виртуальные ядра, то есть сейчас меня компьютерщик, если что, поправит. Если у нас два ядра и два потока, то у нас получается, грубо говоря, четыре виртуальных ядра. То есть то, что у вас на быстродействии отображается, сколько вот этих всех вкладышей, графиков, столько мы здесь и можем указать. Я пока с одним поработаю, что берегу ноутбук. А так, в принципе, можно увеличить производительность нашего решателя. Итак, вот у нас решилась наша система. Давайте посмотрим для начала на перемещения. Какие у нас появились перемещения? Возьмем вертикальные. Вот у нас получился такой вот милый изополя. У нас здесь с вами получается, давайте посмотрим вот с помощью такого бегунка, мы можем посмотреть, вот так вот его двигать туда-сюда. Мы видим, что на 4 миллиметра у нас приподнимается лоток. И на примерно 4,5 миллиметра у нас, ну тоже на 4 миллиметра у нас опускается свод. То есть у нас тоннельчик сплющивается, да, по вертикали. Мы можем показать его деформированные очертания. Вот, пожалуйста. Ну, оно такое здесь утрированное. Мы можем залезть в Properties, выбрать Deform и выбрать здесь Scale Factor, фактор масштаба. То есть, например, 1,3. Нажать Apply, вот он у нас будет показан не так утрированно, да? Undeformed. Так, а теперь давайте посмотрим напряжение. Какие у нас вертикальные напряжения возникают? Здесь у нас получилась какая-то равномерно кровавая непонятная картина. Что у нас здесь произошло? Дело в том, что вот этот постпроцессор графический, который нам показывает вот это распределение качественно, да, напряжений, он сейчас показывает распределение для абсолютно всех конечных элементов, для всех их групп, которые у нас здесь показаны в модели. Напоминаю, что у нас с вами массив, да, обладающий определенными характеристиками, а в нем очень жесткая конструкция, обладающая большим модулем упругости. Понятно, что в ней будут возникать основные, наибольшие напряжения. Если мы сейчас выключим группу массив, то вот мы увидим, как напряжение у нас по нашей конструкции распространяется. Возьмем бегунок. Ну, во-первых, что мы видим, то, что у нас все напряжения со знаком минус, потому что наша конструкция, она внецентренно сжата, вот тоннельная конструкция кругового очертания. Мы видим, что вертикальные составляющие напряжений больше имеют наибольшее значение в стенах на внутреннем контуре, что как бы тоже логично. Теперь, если мы выберем, например, горизонтальные составляющие, мы видим, что они тоже вот оказываются сжатыми, да, их наибольшее значение возникает на внешнем контуре, в своде и в лотке, что тоже логично. Но нам все-таки интересен с вами в рамках механики подземных сооружений все-таки состояние массива. И вот если мы выберем массив, выберем его вертикальную составляющую, вот мы видим здесь такую вот такую красоту. Ну, сказать, что
все здорово, ничего не сказать, действительно красиво, мы видим, как напряжение у нас в массиве распространяются. Но давайте-ка мы возьмем их, посмотрим количество проб, я беру здесь значение, у меня получается почти 380, почти 400 килопаскалей. Да? То есть у меня было в начале 700, стало 400. Вот давайте посмотрим. Ну, 600 стало 380. Почему это произошло? Потому что мы с вами в начальное напряженное состояние вставили, грубо говоря, конструкцию, она сдеформировалась, и, соответственно, с ней горное давление уменьшилось. То есть пока что все тоже вроде логично. Но давайте оценим вот этот порядок величин, он вообще адекватный или нет. Как мы можем это оценить? Например, воспользоваться нашей нормативной документацией. Вот у нас есть СП-122, тоннели железнодорожные, автодорожные. Там есть раздел, это пятый пункт, и раздел расчета. Сейчас я его найду. Вот нагрузки и воздействия. Вот он предлагает оценить по своду образования вертикальное горное давление, ну и горизонтальное тоже, но мы сейчас вертикально сами занимаемся. Мы можем воспользоваться СП-120 метрополитены, ну и, наверное, кстати, будем и его использовать в основном, потому что все-таки мы моделируем тоннель метрополитена, там тоже есть в пятом пункте нагрузки, тоже есть схема к определению горного давления по своду обрушения. Ну, давайте сделаем расчет. Вот я уже его, если честно, сделал в Excel. Кстати, пользуйтесь Excel. Это хорошая вещь для оформления ваших результатов, для расчетов и так далее. Здесь я указал диаметр тоннеля 5,5 метров, крепость грунта 1,5. Обратите внимание, что я указал как нормативный угол внутреннего трения, так и кажущийся. Давайте откроем СП тоннеля железнодорожный, автодорожный. Почитаем про кажущийся угол внутреннего трения. То, что его можно назначать по опытным данным или определять по формуле через арктангенс коэффициента крепости. Вот я его так и определил. Залезем в СП-120 метрополитены. Здесь та же формула про свод образования, но здесь, обратите внимание, фи нормативный, а для скальных кажущийся. Почему так? Почему в одном СП для всех грунтов кажущийся угол внутреннего трения, а в СП метрополитена нормативный? Потому что метрополитен – это куда более ответственное сооружение, чем, скажем, какой-нибудь транспортный тоннель. Почему? Потому что, во-первых, по метрополитену проезжает куда больше людей в единицу времени. Во-вторых, потому что метрополитен – это городской транспорт, над метрополитеном – город и так далее. Поэтому, смотрите внимательно, если мы применяем для нескальных грунтов нормативный угол внутреннего трения, то он всяко будет меньше, чем кажущийся. Потому что кажущийся угол внутреннего трения определяется с учетом сцепления в массиве. Да? А нормативный – без учета сцепления. Сцепление – это очень хитрая вещь, которая на течение времени может изменяться, может пропадать и так далее. Если мы берем, используем нормативное угол внутреннего трения, мы получаем вот такой пролет сводообрушения. А пролет сводообрушения по кажущемуся углу у нас будет меньше. Именно потому, что 45 градусов минус фи пополам у нас получается вот в данном случае больше. Поэтому 12,78 мы берем к расчету. По нему считаем высоту свода обрушения над шелыгой. Считаем удвоенную высоту свода обрушения. Сравниваем ее с мощностью замоделированных нами верхнекотлинских глин. Убеждаемся в том, что удвоенная высота свода обрушения меньше, чем мощность нашего грунта над тоннелем устойчивого грунта. Поэтому гипотеза свода образования применима. Объемный вес
Верхнеколинский глины мы знаем, нормативную вертикальную нагрузку предварительно получили. Дальше давайте выберем коэффициенты. Ну вот, слой четвертички у нас 20 метров, мы с вами задавали. Таким образом, глубина заложения до низа обделки 36 метров с половиной, то есть меньше 45 метров. То есть вот этот хитрый коэффициент, сейчас вам покажу, вот этот хитрый коэффициент для глинистых грунтов мы использовать не будем. Но давайте увеличим на 30% нагрузку за счет другого коэффициента и получим вот наши 11,9 тонн, ну или 112 килопаскалей, да? Если перевести. 120 килопаскалей, да, условно так возьмем. Давайте сравним с тем, что получилось у нас в МИДОСе. 380 это, извините, совсем ни разу не 120. 380 поделить на 120. Мы видим, что в 3 раза больше у нас получилось по методу конечных элементов, чем по обоим СП. И метрополитена, и тоннели железнодорожные, автодорожные. Так что же это получается? Что наша нормативка врет, и нужно срочно бежать в какие-то госорганы и их переделывать? Или, может быть, мы что-то с вами не учли? Вот давайте посмотрим, что мы с вами забыли учесть. Воспользуемся для этого знаниями, полученными на дисциплине механика подъемных сооружений. Вот на этом слайде вы видите график равновесных состояний массива, если мы по Булычеву говорим, или график реакции грунта, если мы говорим по Феннеру-Пахеру, или, как я люблю говорить, эпюра разгрузки массива, чтобы было понятно. Ну, она такая показана, типовая, скажем так, для общих случаев. Что мы с вами сделали? Мы с вами определили начальное напряженное состояние, и вот в это начальное напряженное состояние, без всяких начальных деформаций, мы вставили, я грубо говорю, нашу обделку. Она вместе с массивом сдеформировалась насколько-то. И вот ее установившееся значение горного давления на значение вертикального горного давления. Тогда как вообще-то оно должно быть меньше. За счет чего? За счет того, что нашей установке обделки предшествовали какие-то начальные деформации, которых мы в нашем расчете не учли. Хорошо, давайте их учтем. Вот сейчас прям так возьмем и попробуем это сделать. Давайте переключимся на вкладку Premode, вернее, в режим Premode. Здесь есть режим Post Mode или Results, есть режим Premode или Modeling. Вот давайте вернемся. Вот видите, это разное отображение результатов. Вернемся в Premode и давайте поработаем с нашим этапом расчетов. Давайте сделаем не обделка, а выработка. Вот этот этап, пускай у нас будет деформироваться незакрепленная выработка. Для этого мы уберем свойства обделки, вообще обделку тоже уберем, чтобы у нас здесь был чисто грунтовый массив с выработкой внутри. Вот так. Save, close. И сейчас попробуем это дело рассчитать. И увидим, что тоже получается что-то не то. Но я это все равно сделаю для того, чтобы показать, что же мы тогда получим. Кто-то, наверное, уже и догадался из вас. Вот сейчас у нас начнется расчет. В расчете будет два этапа, очень таких простых. Сейчас он запустится. Вот начальное напряженное состояние. Давайте сейчас открою побольше. Он посчитал достаточно быстро. Вот. А здесь на этапе обделка он как-то одна итерация за другой идет. Как-то он ее очень долго считает. Странно, почему это происходит? Что же он такой не может нам посчитать? А, нет, смог. 36 итераций он сделал. 0 предупреждений. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Возьмем перемещение. Вот это Y. И возьмем, например, перемещение в своде. Ух ты!
55 миллиметров. Так, дайте-ка я вспомню. Было 4, стало 55. Ага, ну как-то так довольно-таки большие у нас в модели 150 миллиметров сама обделка, а здесь чуть ли не треть обделки. Вот такие, такие вот перемещения достаточно большие. Если возьмем деформированное состояние, увидим, что ее как-то очень странно сплющивает. Что вообще произошло здесь? Давайте вернемся к презентации, посмотрим, что же произошло. А произошло у нас то, что наша система рассчитала вот такую задачу, где у нас на контуре выработки горное давление равно нулю. То есть то, что мы с вами делали в плоской задаче теории упругости на этапе оценки устойчивости выработки. Вот. У нас он просчитал вот эту ситуацию, где горное давление равно нулю и максимальной деформации. То есть если выработку ничем не закрепить, то он ее просчитает как бы в ее конечном состоянии. Да? А мы должны вообще-то посчитать что-то среднее между этими вещами. Там, где у нас произошли какие-то начальные деформации, когда после этого мы ввели в работу нашу конструкцию, она еще немножечко разгрузила массив, у нас получилась вот точка 3 с конечными деформациями контура выработки и конечной величиной горного давления. Как же это у нас попробовать замоделировать в МИДОСе? Существует ряд способов, я вам сейчас их покажу, за рубежом их применяют, у нас, в разных самых расчетных комплексах, не только в МИДОСе, и ПЛАКСИСе, и в софистике, где угодно их можно применять. Вот есть, например, метод ядра с пониженной жесткостью. То есть что здесь делают? На первом этапе, когда вычисляется, когда как раз-таки определяются начальные деформации выработки, ее модуль вот этой самой выработки уменьшают на какой-то коэффициент альфа. И смотрите, что происходит. Она начинает деформироваться, да, до вот этих самых у нулевых. После чего в работу включают обделку, и она уже начинает деформироваться соответствующим образом, начиная с у нулевых, с начальных деформаций. При этом самая большая загвоздка – это определить вот этот самый параметр альфа, на который мы уменьшим жесткость нашего грунта внутри нашей выработки, нашего ядра вот этой выработки. Сделать это достаточно сложно, ну и говорят, что значение напряжений у нас получается в конструкции обделки очень нереалистично при этом методе. Существует другой метод. Мы можем сразу же взять и уменьшить жесткость нашей крепи таким образом, что она сдеформируется вместе с массивом сразу до величины конечных деформаций, которые с ней должны произойти. При этом сразу возникает вопрос, хорошо, а как мы этот коэффициент понижающий возьмем, что мы в результате получим? В результате вы должны понимать, что мы получим совершенно неадекватные вообще значения напряжений в самой обделке. Да, в массиве мы получим то, что нужно, возможно. А в обделке или в крепи получим совершенно непонятные напряжения. Совершенно нелогичные, совершенно необъяснимые. Что же тогда делать? Вот, наконец, существует самый распространенный метод, метод снятия горного давления. Он называется бета-метод за рубежом, он называется альфа-метод по Булычеву. Здесь на первом этапе расчета у нас система решает уравнение, где на контуре выработки у нас вот такое граничное условие возникает. Мы прикладываем изнутри некое такое, как бы так сказать, фиктивное давление, равное бета P0. P0 это у нас начальное напряженное состояние, то есть мы его понижаем с помощью коэффициента бета до какого-то значения. При этом у нас возникает начальное напряженное состояние. После чего мы берем, вводим конструкцию нашей
крепили обделки, она деформируется вместе с массивом до конечных, до величины конечных деформаций. То есть, с одной стороны, этот метод очень похож на метод ядра пониженной жесткости, с другой стороны, мы здесь не играемся с характеристиками ядра, мы просто прикладываем некое вот давление изнутри нашей выработки. Основная загвоздка в том, а как мы это давление определим, как нам найти вот этот коэффициент бета. Ну, за рубежом его назначает условно равным 0,05. Я же предлагаю воспользоваться нам другой методикой аналитической, а именно программой контакта. В этой программе я предлагаю задать все те же самые исходные данные нашей задачи. Вот характеристики грунтового массива, объемный вес, глубина заложения. Обратите внимание, здесь есть один нюанс. Если мы укажем глубину заложения, ну, ту, с которой мы работаем, то есть 20 метров четвертички плюс 11, это 31 метр защитной толщи, да, и плюс еще возьмем 2,75, давайте-ка я это еще посчитаю, так, 20 плюс 11 плюс 2,75, я получу 33,75, да, а здесь я указал другое значение, 32,30, почему? Потому что объемный вес грунта я задаю здесь 1, единственный. То есть я вначале посчитал, какое у меня должно получиться горное давление, начальное напряженное состояние, да, мы с вами его считали, после чего я поделил это дело на 2,15 и ввел уже глубину заложения, которая у меня получилась. То есть я обошел вот это допущение этой программы, то, что у нас однородный грунтовый массив. Здесь, в МИДОСе, мы задавали все-таки его слоистым. То есть мы задавали вот этот участок до этого уровня, мы моделировали верхнекотлинские глины, а дальше делали пригруз от четвертички, который с объемным весом 2 тонны на кубический метр. Так, прочность на сжатие я знаю, коэффициент структурной наружности какую-то ввел, но он ни на что не влияет особо пока здесь. Угол внутреннего трения 23, сцепление 80. Модуль деформации. В МИДОС я вводил модуль упругости 200, а здесь модуль деформации 100. Это немножечко разная вещь, назначаются они по результатам трехосных испытаний грунта. Собственно, я и постарался сделать так, чтобы одна методика увязывалась с другой. Объемный вес, показатель пластичности, все параметры проходки я здесь также указал, с исключением одной. Расстояние от забоя до места возведения крепи, ну, в нашем случае обделки. Если мы проходим ректорным способом наш тоннель с тюбинговой обделкой, то тогда вот это расстояние должно точно включать ширину нашей обделки, это метр. Дальше вообще величина заходки, она примерно составляет 1,2-1,3 метра. Здесь я указал 1,5 метров для того, чтобы учесть разные эффекты, которые, ну, плохо учитываются в этой программе, программе контакта. То есть, например, такой эффект, как деформация выработки в результате усадки тампонажного раствора, раствора нагнетания, или же деформация выработки в результате обжатия стыков, ну, деформации в стыках самой обделки тюбинговой. Она не идеально жесткая, у нее есть некоторая подвижность в стыках. Вот все это я попытался учесть с помощью вот этого параметра. То есть он назначен не то чтобы от балды, что называется, но с некой долей условности. Далее, толщина крепи. Мы ее посчитали с вами на прошлом занятии. Коэффициент Пуассона, модуль упругости тоже есть. Очертание круглое. Вот мы видим, что крепь у нас почти жесткая, идеально. Вот получили какое-то горное давление и деформации контура. Горное давление на крепь
130 почти, да, 128. Давайте сравним с SP. Вот у нас по SP 120, здесь 128. Ну, 128 минус 120 делить на 120. Ну, 6%, ну, 7%. Ну, сказать, что это точное попадание, нельзя, но это достаточно приемлемая погрешность. Все, что в пределах 10% для подземного строительства, считается очень хорошей исходимостью. Но мы-то с вами должны получить не это значение, а давайте вернемся сюда, вот это. То есть, грубо говоря, при начальных деформациях выработки давление на абсолютно жесткую крепь. Как мы можем это сделать? А мы просто ее сделаем здесь, в контакте, абсолютно жесткой. Еще раз, жесткость крепи, из чего она складывается? Если жесткость поперечного сечения мы рассматриваем, то там все просто. Это модуль упругости на момент инерции. Если жесткость конструкции всей, то здесь уже более сложная формула. В пособии по механике подземных сооружений Иванес Фролова вы можете это посмотреть. Есть аналитический способ ее определения. Но там все равно фигурирует и модуль упругости, и какие-то геометрические параметры, в частности, толщина крепи. Вот давайте я модуль сейчас увеличу ради интереса. 30 тысяч. Давайте на два порядка увеличу в 100 раз. Оп-оп. Вот, смотрите, что у нас будет с горным давлением. Опа, оно увеличилось. Крепь стала абсолютно жесткой. Хорошо. Могу то же самое сделать с толщиной крепи, да? Могу взять ее, например, метр. Оп. То же самое значение у нас получилось. Для тех, кто немножечко удивился, как это я так ввел толщину крепи метр, у нас было 15 сантиметров, а я взял так метр. Она же как бы у нас, что же получается, выходит за пределы нашей выработки, что ли? На самом деле нет. Дело в том, что программа, любая математическая, вот, даже созданная с помощью вот такого массива формул, здесь нет нигде слова «толщина» или слова «обделка». Здесь есть формулы, в которых фигурирует жесткость, да, которая задается с помощью вот этих чисел. Мы меняем не суть вещей, мы меняем числа. Вот задали совершенно невероятный параметр. Мы понимаем прекрасно, что его быть не может. Но он привел к тому, что у нас жесткость крепи стала предельно большой. И таким образом мы получили горное давление на абсолютно жесткую крепь. То есть то самое значение, которое нам и нужно. То есть мы получили сразу же значение бета-п без всякого задания коэффициента бета. Сразу узнали, какое давление изнутри выработки нам приложить. 130 килопаскаль. Здесь встает сразу же второй вопрос. А насколько у нас вообще эта методика соответствует, скажем так, методу конечных элементов, по крайней мере. Ну, ваш покорный слуга эти исследования не так давно провел. То есть я сделал такой очевидный, но достаточно сложный путь. Я взял и построил графики равновесных состояний с помощью МИДОСа. То есть я прикладывал разную величину давления и по точкам откладывал вот эти самые графики равновесных состояний при разном значении коэффициента бокового давления. Начиная от наиболее большого для вот этих моих условий, кончая самым наименьшим. И как мы видим, все эти ветки графиков, они легли примерно на один тренд. А раз так, то и программа «Контакт», которая работает на одном очень таком серьезном допущении, она основана на том, что у нас лямбда равно единице, то есть давление у нас равномерно. А это не так. В свое время формулы, на которых основана программа «Контакт», разработал Николай Спиридонович Булычев и его ученики для шахтного строительства, где у нас действительно давление формируется равномерным. Впоследствии уже наши ученые, Татьяна Викторовна Иванес, Юрий Степанович Фролов, в общем, школа научная нашей кафедры,
выдвинула гипотезу, что в первом приближении этой же методикой можно воспользоваться для оценки вертикального горного давления на Шилыгу свода именно горизонтальных транспортных тоннелей, тоннелей метрополитена. Ну и, судя по всему, действительно, они были правы, действительно, так можно. Тем более, что раньше, что далее я построил для разных глубин все вот эти графики в МИДОСе и сравнил их с программой «Контакт». Как мы видим, сходимость, она потрясает. Да, в МИДОСе у нас вот эта кривая разгрузки массива получается более плавной, она учитывает большие эффекты, нежели аналитика. Но обратите внимание, что в линейной и там упругопластической области работы массива она показывает потрясающую сходимость. Области разрушения тоже показывает достаточно большую сходимость. А раз так, то мы можем обоснованно использовать данные из программы «Контакт» и вставлять их в МИДОС. На этапе моделирования начальных деформаций незакрепленной выработки. Вот давайте я это сейчас и сделаю. Для этого мне нужно задать еще одну нагрузку. Захожу в Static Slope Analyze, Pressure. И сейчас я приложу изнутри выработки вот горное давление свое, BTP. Единственное, что хочу обратить ваше внимание, что если мы включаем элементы, то ни к чему мы приложить не можем. Мы должны эти элементы изображения выключить. И теперь я могу уже приложить изнутри давление 130 килопаскаль. Назову его снятие, потому что метод, которым я использую, называется метод снятия горного давления. Окей. И вот у меня получилась такая красивая стрелочное отображение вот этого моего давления. Так, все остальное сейчас включу. Все boundary conditions, все static loads. И теперь давайте я сделаю все как надо. То есть к выработке я приложу величину снятия горного давления. Save. Новый этап расчета будет называться тоннель. В нем я уже верну обратно обделку. Я уберу снятие. Мне оно на этом этапе уже не нужно. Добавлю свойства обделки. Нажму сохранить, закрыть. Ну и давайте мы сделаем расчет. Таким образом, сейчас у нас получится все то, что, о чем мы говорили. Вот на этом слайде. То есть у нас в результате приложения изнутри давление BTP нулевое, возникнут начальные деформации контура выработки, адекватные, после чего мы введем уже в работу конструкцию обделки, и она сдеформируется окончательно до величины конечной деформации. Все будет правильно. Total warnings 0, посчитал быстро, значит, все должно быть вообще замечательно. Ну, давайте начнем с выработки, с ее вертикальных перемещений. Картинка уже очень похожа на правду. 19 миллиметров. А что говорит контакт? Неожиданно 19 миллиметров. Но спешу вас расстроить. 130 килопаскаль мы не получим. Мы получим при таком подходе 140. Почему? Вопрос хороший и очень интересный. Потому что, как я понимаю, как я предполагаю, вот то, что мы приложили изнутри давление, мы его тоже приложили равномерным, тогда как у нас есть коэффициенты бокового давления. Система в итоге решила очень сложную свою вот систему уравнений. Ну и в итоге получились вот такие вот значения. Она как-то очень хитро распределила напряжение по контуру выработки. Как она это сделала, это уже отдельный интересный научный вопрос, скажем так. Но в целом характер очень похож на правду. Давайте посмотрим с помощью вот этого бегуночка. Значит, здесь есть такая вкладка. Вот я ее называю бегунок. Она позволяет
Давайте сейчас массив выключу и выемку выключу. Эй, не хочешь? Задумался. Немножечко завис. Сейчас подождите, отвиснет. Извините за паузу небольшую. Итак, results. Вот, я просто из отображения выключил выемку и обделку, чтобы они нам не портили картину напряжений. Так, S, Y, Y. Проб. Возьму пробу здесь, вот, да, в шлыге. И вот у меня бегуночек. Я могу посмотреть, какие у меня были напряжения на первом этапе, на втором, на третьем. Вот, на первом этапе 633. На втором этапе у меня произошло снятие начального напряженного состояния. И, наконец, вот у меня деформация уже конструкции, введенной в массив, с уменьшением давления. Разумеется, получилось не то же самое, что в контакте, но обратите внимание вот на что. Вот здесь тоже у меня в начале горное давление при начальных деформациях 133 на абсолютно жесткую крепь. На после введения моей фактической обделки, давайте посмотрим, что получится, 128. 133, 128. А здесь у меня 141, 138. Очень похожие порядки деформирования, да? Это значит, что мы правильно задали все жесткостные характеристики нашей обделки. Пока что все работает правильно. Если мы возьмем вот этот бегунок и посмотрим, как у нас вообще меняется давление, то мы видим, что на свод 140 килопаскаль действует. 140 килопаскаль действует. Вот, сейчас паузу. Извините, отвлекся. Так, возвращаемся к мидусу. Дальше у нас вот на этом уровне уже 400 килопаскалей возникает. Равное весу нашей четвертички. Так, дальше потихонечку оно увеличивается. И обратите внимание, что вот здесь у нас формируются вот такие вот интересные, назовем их ядра какие-то. С напряжениями, которые превышают начальное напряженное состояние на этом уровне. То есть начальное напряженное состояние у нас было 700 килопаскаль, здесь 1000. Да? Напряжение стало больше, чем гамма-H. И это все очень бьется с нашими аналитическими расчетами, когда мы оценивали устойчивость незакрепленной выработки. Да? У нас тоже распределялось напряжение таким образом, что в боках выработки возникали наибольшие вот эти самые вертикальные напряжения, наибольшие компоненты наших тангенциальных напряжений. Ну а часть напряжения, безусловно, передается на нашу крепь. Давайте на этом пока что мы остановимся, сделаем паузу. На следующем занятии поговорим уже про обделку более подробно. Ну а сейчас мы посмотрели то, как у нас можно моделировать адекватно вот этот самый сложный процесс возникновения начальных деформаций. Ну и еще один момент все-таки вам расскажу. Если бы мы моделировали не перегонный тоннель, над которым у нас возникает свод обрушения, да, по жесткопластической модели. Вот мы с вами сейчас находимся в упругой пластической модели. Здесь у нас нет свода обрушения, но здесь есть очень похожая ситуация вот по совершенно другой модели. Да. А если бы мы с вами, например, считали бы станцию метрополитена. Давайте я укажу размеры станции. Ну, не диаметр станции, а ее, скажем так, пролет усредненный. Два перегона в станцию точно попадает уже 11 метров, плюс ширина платформы порядка 10 метров. Ну, давайте 20 метров сюда запишем. Вот у нас получилась высота свода обрушений 15 метров. Это всяко... Двойная высота 30 метров. Это всяко больше, чем мощность наших грунтов. Получается, что для станции, если бы мы моделировали станцию, нам бы не потребовалось заниматься снятиями напряжений, потому что нормативная документация предполагает рассчитывать
вот таких вот сооружений на полный вес вышележащих грунтов. И со станциями мы бы поступили вот как поступили в начале с нашим перегонным тоннелем. Определили бы начальное напряженное состояние грунта и ввели бы в него строительную конструкцию. И посмотрели бы, какое горное давление у нас в итоге получится. Ну, а если мы говорим про перегонный тоннель, то мы должны получить какие-то адекватные значения. На этом на сегодня все. Надеюсь, что это занятие было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ну и ставьте лайки, они очень сильно греют душу. Всего хорошего.